Привет всем, кто зашел на канал Гурман Века. Я Серега Скаляк, позитивный панк. Сегодня, короче, я буду запаривать лапшу в натуре. А лапшу я буду запаривать доширак. Доширак — это все вкусы продуктов со специями морепродуктов. Сейчас мы, короче, это... Так, вот так вот оставим. Нет, надо вот так поставить, чтобы от цвета, потому что получше, как это, секретный материал и что-нибудь такое след собили, чтобы лицо не видно. Кстати, короче, когда, чтобы ваше лицо не было видно, его снимайте возле зеркала, то есть не возле зеркала, а возле окна. Доширак, доширак. Вилочками я, короче, не пользуюсь. Так. Сейчас приправка. Приправка тут такая. Доширак сейчас мы заножим. То есть мы сейчас насыпем приправку. Приправу мы насыпем сюда. Такую тут лучок сухой. Там еще какая-то фигня. Приправу сейчас долбанем. На туре вы тоже дошираки доставайте. Все будет шикарно, все будет офигенно. Будет балдежно. Как Руслан Гительман. Балдежно, балдеж. Балдежнем мы с тобою. Как Руслан Гительман, как Руслан Гительман. Мы балдежники с тобою. Мы будем балдежнивать с тобою. Как Руслан Гительман, как Руслан Гительман. Это все такое наше, на. Так, нарезаем колбаски печеночные. Будет очень вкусная. Будет вообще сногсшибательная. Так, сейчас водичка уже на готове. Так, водичка на готове. Она уже накипает. Вы, кстати, короче, это не забывайте подписываться. Лайки ставьте, чтобы было все ништяк. Ништяленочки. Так, и можете еще на мои каналы другие подписываться. Да, сейчас надо яички разбить. Так, яичко я два положу. Вообще будет балдежный. Доширак, доширак балдежный. Мы с тобою балдежные будем кушать доширак, доширак. Как кушает его Руслан Гительман. Кушает доширак Руслан Гительман. Кушает, мы с тобою будем балдежно. Кушать будем, будем балдежно. Будем, будем кайфовать, как Руслан Гительман. Мы будем балдежно, балдежники. Мы будем балдежать, кайфовать, как Руслан Гительман. Най-на-най-на-на. Кстати, короче, Руслан Гительман мой корефан. Я с ним переписываю. Да, финансы, я бы к нему поехал, но у меня нету финансов, чтобы ехать к Руслану Гительману. Нету. Так, яичко. Так, да, кстати, короче, хватит. Два яйца хватит. Так, сейчас вы будете видеть, как я заливаю это все. Вот такой у меня чайничек. Но если хотите, можете задонатить мне на другой чайник. Донатик в описании. Там и на карточку, и так можете. Я буду очень благодарен. Будет все балдежно, кайфово. Как у Руслана Гительмана, Руслана Гительман. Балдежный пацан. Короче, я не помню, куда крышку. А, крышку я, короче, сюда положу. Вот так вот. Вот. Получается вот так. Вот такая вот красота. Так, потом я вам покажу, когда он это заправится.